Так, сьогодні 4 июля, День Независимости США. Я сейчас нахожусь прямо возле монумента Линкольна, и тут собралось очень-очень большое количество народа. Сейчас я вам все это покажу, ну и объясню, что и как. А сейчас 8 часов вечера, и все эти люди просто ждут начала фейерверка. Все пришли с покрывалами, разложили кучу еды. Вдалеке, если приблизить, виднеется монумент Вашингтона. Там тоже очень-очень много людей. Скорее всего, фейерверк будет установлен возле этого бассейна. И отсюда будет просто прекрасно видно фейерверк. Скорее всего, я тоже туда посмотрю этот фейерверк. Людей очень-очень большое количество. Сейчас я еще схожу, заберу свой велик, пригоню его сюда и скорее всего, главные действия Дня Независимости, фейерверк я встречу тут.